Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы будем проходить Injustice 2 за Чудо-женщину. Наконец-то мы до нее добрались, уже до 18 уровня давно я ее докачал. Вот, и только Sub-Zero отложил немножко прохождение за нее. Итак, что же у нас Чудо-женщина делает в Injustice 2? Значит так, изгнанная из теми Скиры, Чудо-женщина продолжает скрываться после падения режима. Она все еще горячо верит в Супермена и его принципы и ждет удобного момента, чтобы нанести ответный удар по Бэтмену и освободить Супермена из заключения. Вот такая. Она такая, ну, жестокость стала какая-то во второй части Injustice. В общем, такая прям вот стерва-баба. Чудо-стерва-баба. Итак, ну что, глянем, какие у нее сейчас костюмчики. Я такую тут все-таки поставил ей альтернативную раскрасочку. Как-то более благородно, что ли, она в ней выглядит. Ну вот, давайте взглянем на другие комплекты. Так, этот комплект у нас из фильма «Чудо-женщина», который не так давно выходил. Я не стал за него делать прохождение, потому что по нему было отдельное видео на канале. Вы можете его найти, посмотреть. Там полностью весь комплект я показал. Это была отдельная мультивселенная по Чудо-женщине. Вот надо было ее пройти, и полный комплект можно было собрать. Так, ну вот такой вот еще комплектик есть, видите, с зелеными цветами. И стандартный вот вариант, стандартной расцветкой Чудо-женщина. В общем, какой вам вариант больше нравится, пишите в комментариях, а я выбираю свой первый набор. И погнали проходить. Посмотрим, что уже за концовка ее ждет в этой игре, и посмотрим, какие у нас, какие секретные новые приемы я поставил, открыл для нее. Потому что для нее много чего навыпадало на самом деле, но выбрать приходится только два приема. Наиболее, может, эффективных, а может быть и нет на самом деле. Are you a servant of Ares? I slew the god of war. Prove it. Ты служишь Аресу, я убила бога войны. Докажи это, да? Так. Давайте сначала начнем с самого базового, да, что у нее есть. Вот комба с плеткой с ее, с ласса. Есть вот комбо из двух ударов нижних, которые можно сочетать с каким-нибудь суперударом, например, вот таким вот ударом щитом, да? Может она просто щитом бить вот так вот, назад, вперед, крестик. Также она может щит кидать. Причем кидать она может в различные положения абсолютно. Ну, вот сейчас нам компьютер показывает. То есть она вообще может им жестко спамить этим щитом. Но у него есть очень хорошая функция. Вот, кстати, вот. Тихо. Хея, блин. Я тебе там хея. Хорошая функция, то, что он может вот в разных направлениях его кидать. У многих персонажей такое отсутствует в игре. Даже у стрелковых. Вот, у нее изначально все это открыто. То есть мы можем и прямо его кинуть. Можем кинуть его и вот наискосок. Противовоздушные атаки, да? Так. Так, что еще? У нас есть ласса еще. Вот. И давайте мы, наверное, сейчас X-Ray сделаем, залупим, чтобы потом уже насчет него не париться. И дальше уже будем смотреть что-то другое. У нее простые комбо, она такой, по сути, персонаж-то простой в освоении, у нее все там штук 5 комбинаций. Вот, то есть, как бы, новичкам, да, я думаю, просто довольно будет ее освоить. Ну, не сказать, что персонаж особо интересный, вот в чем дело. И я так вижу, что она не особо пользуется популярностью, там, в мультиплеере за нее что-то не особо вижу, кто-то играл. Ну, осваивается довольно легко, комбинации запоминаются быстро, и вообще как бы приемы тоже простые, понятные. Вот, есть возможность продлевать комбо. Оливер Квин, back from the grave? More specifically, another Earth. You're another of Bruce's duplicates. Begin. Типа говорит, ты вылез из могилы, что ли? Говорит, нет, вообще-то я вылез из другой земли. А, еще один дубликатор Брюса Уэйна. Типа, ну, Брюс Уэйн же в первом Injustice призвал их. Вот сейчас попробуем. Вот, видите, то есть мы немножко продлили комбо за счет того, что упускаем усиленный щит. И вот, видите, получается, можно его продлить. Ну, тут можно, наверное, есть какие-то поинтереснее варианты, подольше можно будет делать. Но это из таких простых вариантов.
Там вроде бы даже можно так несколько раз подряд делать. Повезло тебе, да? Повезло ему, повезло. Так, вот так мы можем контратаковать разные какие-то атаки, и противник должен урон получать. Причем это я отдельный удар поставил. Ну, в общем, они боты не особо норовят так вот попадать в эту в контратаку. Так, ну. Так. Ну что мы тебе еще сделаем? Прием-то вроде мы все посмотрели. В общем, у меня из-за добавленных приемов это контратака изменена. Она должна какой-то урон противнику носить, но это надо, чтобы все-таки он ударил по контратаке, либо выстрелил, чтобы это увидеть. И есть еще один дополнительный прием, который вот мы сейчас в этом бою посмотрим. Хотя он, наверное, возможно, будет против дедшота поинтереснее попробовать. Ну, может быть, там и там попробовать сделать. Вот. Это типа щит, она использует, чтобы подойти к противнику. Специальный. Сейчас вот мы сейчас все увидите, сейчас мы это все попробуем сделать. Все, что сломано, это говорит твоя воля. Смотрите, сейчас. Надо доставать его, надо. Сейчас. Вот, она идет, видите, как бы с броней к противнику подходит. То есть, ну, она урон получает, но в то же время у нее на это время броня. Так что вот такая фишка. Это вот, типа, против зонеров еще можно, кстати, метром усилить. Так что вот я почему говорю, что против... А дэдшота можно это попробовать будет. Плетка у нее далеко бьет, кстати. Видите, оверхед такой плеточный. Хова. Бомба с оверхедами идут. Так, вот сейчас я хотел попробовать. Вот этим вот отразить удар, как это будет выглядеть, но... Когда нужно было... О, получилось, видите? Он такой встрял. То есть он встревает, и мы можем дальше комбить его, короче. Вот в чем прикол. То есть такая функция сейчас у нас стоит. А, ну еще же основное... Ну не основное, но как бы важная вещь, я вам забыл рассказать, это... На кнопку кружок же, да? Есть у нее тоже функция, скажем так, да? Усиление. Она рандомная. Она усиляет там, например, щит, ноги или там руки. То есть рандомно усиляет. И, соответственно, вот эти части тела наносят больше урона, например, противнику. Свет и палит, по-моему, это называется. Assassins are cowards. Good assassins get paid. Nor do they have honor. Begin. Так, вот, смотрите. Вот у нас сейчас плетка, да, усилилась. То есть, соответственно, удары плеткой больше урона противнику наносит. То есть, есть смысл, пока она светится, ей бить, короче. Окей. Так, давайте попробуем сейчас просто. Блин. А он особо не старается нас зонить, да, как бы. Он пытается, он вблизи что-то прыгает, бьет. То есть, вроде бы думаешь, а дедшот будет стрелять в тебя? А фиг там. Ой, блин, не тот удар сделал. Ну, блин. Это было неожиданно. Хо,
Хоба! Хоба! Вот даже у дедшота нет выстрела вверх, ни вниз. Они у него появляются, когда там постепенно открываются такие приемы. То есть стрелять несколько косок вверх там или с прыжка вниз стрелять. Но изначально у него их нет. И в этом как бы у чудо-женщины преимущество перед многими персонажами, то что она может и вверх и вниз щит метать и довольно быстро. О, нам дали шейдер для синего жука какой-то. Такой вот серый, что ли. Давайте дальше, погнали. Всегда приятно, когда шейдеры дают тебе. Тем более в башенках, в прохождении. И это круто. Ну что ж, Брейниак, вроде все мы попробовали уже, да, так что будем просто, как обычно, просто махаться ради концовки. Earth and her children are protected. Even a god could not save them. But a god's daughter can. Земные дети, говорят, защищены, даже бог их не защитит, а дочь бога сможет, да? Ух ты, фига себе. Опять электрический пол включает, сволочь такая. Кстати, еще одна фишка у нее есть. Если у нее светятся ноги, то она может в воздухе делать рывок. Но сейчас у нас не ноги светятся, а руки. Поэтому мы бьем руками. А так вот, если что... На тебе, плеточка. По рукам, короче, да? Нефиг тут, а. Пальцем показывать. Они не говорили, что это? Некультурно пальцем показывать. Так, вот сейчас у нас щит, да, засветился. Мы будем бить щитом. Да. Ух ты, черт, броньку снял сейчас. Так, нам надо постараться... кстати, захват же мы им еще никому не сделали, вот. Надо постараться сейчас просто как бы... бить противника без комбо. Чтобы он не сделал противостояние. Все, готово. Какой сильный персонаж довольно, чудо-женщина. Простой. Batman tore down the regime, man's world called me a tyrant. My Amazon sisters disowned me. Then Brainiac showed Earth what a tyrant truly looks like. The people begged for deliverance, and I gave them Brainiac's head. Once again, it falls upon the regime to restore peace and order. Batman and the traitors who followed him will be punished, even Kara Zor-El. Then I will return to Themyscira and deal with my sisters. If they do not heed my commands, they will bow to force. So says Diana, Princess of the Amazons, Slayer of Brainiac. Ну что, тут все так понятно, да? Всех замочили, всех наказали, тех, кто против режима, арестовали. Сейчас Амазонку дадут звездюлей и все, короче. Все у нее так примитивно и ровно, как вот сам персонаж, вот так же и ее сюжет, короче, вот такой, ребят. Ну, в принципе, мне понравилось. Как вам, пишите в комментариях, вот, проскочили мы за Чудо-женщину. Надеюсь, вам понравилось. Я понимаю, что не особо много людей это сейчас смотрит, потому что, как бы, ну, смотрят больше новых персонажей, а вот таких вот... Я заметил, что небольшие просмотры видосики собирают, но все-таки, если вам нравятся такие прохождения, то не забывайте ставить лайки, комментировать видео, вот, и пишите в комментариях, кого бы вам хотелось увидеть в следующем прохождении. Кстати, иногда я замечаю, что пишут там, пройди за Флэша, еще за кого-то. Ребят, за многих персонажей прохождение давно уже есть, если что...
плейлист есть вот сверху в правом углу. У нас, как обычно, всегда есть подсказочка. Там плейлист на все прохождения. Так что заходите туда и смотрите за других персонажей, за которых вы еще не посмотрели. Ну, на этом у нас все. С вами был Анидзука. До новых встреч!